Всем привет, с вами Крыша Гей. Оу, всем привет. Так, ребят, слушайте, у Крис сегодня день рождения, у нашей доченьки, и мы с мамочкой будем подготавливать комнату и, в общем, мы купим тортик, пригласим друзей, уже купили все, вот, так что да, вот. Вот подарочек, сейчас немножко темно, ночь, но вот уже утро, Крис спит, так, подходим. Подожди. Так, мам. Сейчас ты готова? Ты готова поздравить? Подожди, да, надо девочек, мальчик, надо Габи и Еву разбудить. Давай будем их, все должны поздравить Крис, ей будет очень приятно. Где ваш подарок? Где ваш подарок? Ну вот. Дети. Пару котов, чё, классно. Так, давай. Раз, два. Три. И погнали! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Крис! А что с ней? Что, Крис? Что такое, Крис? Она удивлена, потому что... Подожди, это точно вот этот смайлик удивления? Потому что, мне кажется, она такое ощущение, что... Какие-то токсичные отходы съела и ее плющит просто. Нет, давай что-то другое. Нет, она удивлена. Вот токсичные это вот эти, точно. Не, ладно, давай подожди, это у нее день рождения, она смеется. Папа и папа, смех? Стой. Это папа, разве... стой. Крош, она разве рада? Подожди, папа, она в шоке. Папа, да. Ее испугали. Ладно, подожди. Что ты выдумываешь? Пусть она радуется, это днюха. Ну что, испугали? Ничего себе. Она знала, что ее утром будет поздравлять. Так что давай, не выдумывай. О, это как Крис, это мы тебя поздравляем с мамой и с твоими сестрами. Вот тебе 15-й айфон. И там... 14-й айфон, там один, то есть 512 гиг памяти. Нет, 1350. Что отвечает Крис? От Крис говорит. Ой, спасибо большое, родители, я так рада, я не ожидала. Хорошо, Крис, только старайся не ронять телефон, а то у меня денег не будет на второй 14-й. Я предупредил. Смотри. Крис, чем займешься сегодня в твой день варенья? День рождения! День рождения! Давайте пойдем. Так, вы не почистили зубы, а ну быстро идите чистить зубы. Мне с тортом идти чистить зубы? Так, да, у меня идея. Давайте сейчас перекусим и примем сауну. Типа почистила. В сауну не хочешь? Нет. Нет. Так, надо подкраситься и своих друзей позвать. Окей, так, вот это, подожди, это толчок аж на подоконнике? Mm-hmm. А, чтоб ты, типа, сидишь, какаешь, и все смотрят на тебя, да? Ну, прикольно, знаешь, как на троне так. Мы эту комнату делали тогда. Нет, это мы не делали, пап. Она на втором этаже. Я просто помню, на подоконнике был толчок, это вот эту комнату точно делали. Так, подмарафетили, подкрасили. Пап, это мы вместе не делали, это я дом просто перестраивала. Крош, не хватает... Крис, тебе не хватает красного цвета на губы. Нету такого, не? Можно ее подмарафить? А то у нее все черное, такое грустное какое-то. Папа, это эстетичное Ладно, лицо. Ладно, а сколько Крис сегодня исполнилось-то? День рождения, то понятно. Крис исполнилось 9 лет. 9 лет, Маши, поздравляшки. Так, Крис голодная, пошли ее накормим. Да, папа, мы еще не накрасились. Да, нормально она выглядит, зачетно. Ей 9 лет, какие красится. Это у нее естественное личико, оно смотрится красиво. Так ну, что помадку вот так вот. Все. Попудрила носик ей? Сейчас попудрю. Давай. Окей, круто. Так, идем звать друзей. Пошли. Ой, спасибо за котов и собак. Собак. Угу. Пошли, так, кушать тортик в руки и погнали. Ой, она его уже съела. Весь торт, Крис, тебе плохо не станет, если что, туалет рядом. Так, идем погнали на первый этаж. Друзья когда подойдут, Крош? Когда Крис покушает. Крис покушает? Да. А Крис только что перекусила, весь тортик вообще-то вмазала, а? Еще один торт. А что это с котом? У него перевязана лапа, хвост, еще и глаз прибит. Котик в какую-то передряжку попал. Короче, ждем друзей, типа.
Смотрите. О, а давай перед тем, как с друзей начнем. Это уже костер запалили, шашлычки жарить будем, да? Наверное. Вот смотрите, друзья пришли, мамы, папы привели своих детишек. Это кентишки, Крис, кенты, короче. Вот так. Что играть будут? Крош, что играть будет? Привет, Крис! В чем будем подожди, играть? Да подожди ты! Ладно, ладно, прикалывайся. Так, что они грустные какие-то? Вообще совсем дикие. Да папа, это эстетично, я лицо! Релакс, крошек. Че тут, типа, я это, прикалываюсь. Ну все, готово? Все, давай, звонок в двери. Крош. Ух, тоже там. О, и это долгожданный момент. И я знаю, ребят, каждый из вас ждет этого момента, когда день рождения, да, звонок. И вы знаете, что придет гость с подарками, да? Я уверен, что это именно так. Я угадал, кому нравится этот... Кому очень нравится праздник своего дня рождения, обязательно напишите в комментарии, поставьте лайки. Кому не нравится день рождения, ну не ставьте лайк. Ну, кому да. не нравится. Ну да, ну кому не нравится. Всем нравится, конечно. Воу, поздравляем тебя, Крис. И заходят, заходят детки, так давай. Заходят поочередно. И каждый желает ей что-то самого лучшего в жизни. Там, как всегда, много подарков. Последний айфон. И, ну, у нее так есть уже. Слушай, а где подарки все? Что мало, много деток, мало подарков. Не сходится что-то. Ари. Папа, они, да. Они потом дадут подарки. Потом? Потом. Да не, крошечка, именно сама фишка в том, когда заходят гости, всегда дают сразу. Ну потому тогда что, давайте что-то. Потому что в первую очередь, когда ребенок ждет гостей, он не ждет гостей. Сначала ждет подарок, а потом уже гости заходите. Правильно я говорю? Правильно. Нет. Да, крош, оно так и есть. Все понимают, о чем дайте я сейчас сказал. Дайте подарок. Дайте подарок. Так, крокодильчик. Это мягкие игрушки, все, жабка, все как положено. Это их подарки. Это их подарки, да. Так. И кота, подушку. Подушка-пердушка. Это так, а что в ящике там? Какой-то большой сюрприз, да, наверное? Никакой сюрприз. Ну ладно, все, ничего, готово там, не? Да сейчас. Окей. Сейчас. А где шарики? Шарики, обязательно шарики. Папа, это сейчас шарики будут. Давай. Дай подарки сначала сделать. Это у нас, как говорится, на паузе это игра остановилась. Вот цветочки, подарки, конфеточки. Ура! И все такое. Так, сейчас, давайте, знаете, что возьмем? Давайте возьмем вот такую подушку, подарим, и вот такой вот набор фломастеров. Все, вот они дарят набор фломастеров. Так, все, с днем рождения, спасибо! Типа, 5 часов спустя. Подарки мы тебе оставим вот там в зале, да, хорошо. Ну, а мне надо уже уходить домой. Да мне тоже. Куда какие домой? Они только пришли, кровь. Папа, уже, я сказала, 5 часов спустя. Ладно, а что они играли эти 5 часов? Крош, да давай. Папа, там не лень разбирать подарки. Конечно, не лень. Давай уже, дед, Xbox пусть поиграет. Есть у тебя приставка и телек? Нет. Ну, давай, где телек? Ставь телек на втором этаже. Пап, зачем на втором, если можно на первом? Ну давай на первом, какая разница, ты уже начинаешь этот... Федерация, крош, давай ставь телек, пусть детки поиграют, потусят уже что-то. Уже есть телек. Слушай, может давай всех отведем в лунопарк? Давай. Папа, ночью, серьезно? А, ну, так что, они сейчас ночью уже, да? Да, уже ночь. Окей, ладно, давай, короче, что там еще? Ну что-то поиграют, а то что это пришли подарки, подарили, 5 часов прошло, все, нам пора. Не, Арина. Ой, дождь, так день рождения не празднуют. Давай, давай, пусть садятся, этот тортик покурят. Вот, телек, посмотрим, что-то прикольное. Так. Давайте сейчас посмотрим телевизор. Окей, а джойстики давай? У нас джойстиков нету. Еще дома. Ну, Xbox, ну так давай. Завтра мы купим, потому что... Не, завтра не катит, надо сейчас. У тебя где-то было в кладовке, вот достань. Вот,
Ну, нету. Где эта приставка? Смотри, доставай обустройство. Да нету. Где обустройство? Ну, где обустройство у тебя? Там есть там приставка или нет? Нет. Sony PlayStation? Нету. Нет. Ладно, давай. Телек посмотрит, мультики включи. О, новости, ну, новости, ну, вот. Ну, такое дело. Так, давай, что-то другое. Так, котика, ага, вот, посмотрели мультики они. Так, а есть какие-то игры, мячики, еще что-то? Пошли поедим! Пошлите поедим. Пусть сначала на нормальную еду поедят, мяско, там, еще что-то, салатики. Ребят, а вы какую еду едите, там, ну, можете написать в комментах. Но я вам скажу, самая лучшая еда — мясо и салат, вот, да. А самое вкусное — это про тортик, да. Только это торт. Так что вот так вот. Крош, что там дальше? Садимся и на тортик сегодня, распаковываем. На сегодня можно все. Давайте тортики. Да все. Папа, нет! Чего? По кусочку, а не по всему торту. Ты знаешь, Аринка, что-то так скромненько, что я бы на день рождения такой точно не пришел. Да. Все, смотри, все рады. Все, а ты не всем дала. Я всем. Малыши остались без кусочка. Я тебе конфет. Ага. Итак, в чем можно еще поиграть, как ты считаешь? Давайте пойдем поиграем в правду или действие. Давай, а как играть? Расскажи правила игры. Тебя спрашивают, правда или действие. А ты выбираешь, правда или действие. То есть тебе зададут вопрос, ты отвечаешь правду, или ты делаешь действие. Я первая. Давай. Алина, правда или действие? Правда. Правда. Ты ела весь торт на свой день рождения? Ну, была такая движуха. Было. Ну, да, да, да. Значит, правда, молодец. А действие как делать? А действие? Даша, правда или действие? Ну, давай действие. Пойди и засунь руку в унитаз. Фу! Давай, пошла. Пусть идет в унитаз засовывает. Ну, что ж. Игра так игра, да? Все. Все, вот такие дела. Дальше какая игра? Дальше что, следующий вопрос кому? Правда или действие, Кристи? Марк, правда или действие? Действие! Марк выбрал действие. Скажи, не поджарься на мануале. Да-да, говори. Говори действие. Мне страшно. Говори действие. Сейчас, я думаю. Думаешь? Пойди скажи маме, что ты съела 3 торта у меня на день рождения. Чего? А меня не спучит? Ой, как уже подстало. Папа и папа, при чем здесь... печень переварила, да. Папа, при чем здесь это? Он не ест 3 торта, он говорит маме. Я понял, но... Так. Аринка, ну давай тогда, ладно. Пусть скажет маме. Типа, пришла мама сейчас. Мам, я съел 3 торта, я съел все торты на день рождения, Крис. Ты! Что без ты наделал? Гаджетов! Всё. Ну как бы... Так, детки. Они поиграли, да? Угу. И теперь они пойдут... Подожди, а следующее сообщение? Так. Давай. Крис, Арина. Правда или действие? Крис, правда или действие? Так, пап, выбери для меня задание. Так, давай правду. Не задание, правду. Задание, давай. Выбери задание. Итак, правда, давай правда или действие, да? Да, она уже выбрала, правда. А, то задание есть, какое? Действие. Все, окей.
Так, ты сейчас должна пойти и перепрыгнуть через костер, который во дворе. Легко. Я даже на видео сниму. Так, все. И, детки, не повторяйте такое дома. Смотрите, давай. Смотрите. О-хо-хо-хо. Ладно, все, все, она, все. Она взлетает! Так, так, нельзя. С огнем шутки плохи. Все, давай, можно ожоги получить. Давайте пойдем попрыгаем на батуте. Пошли. Так. Пошлите, реально попрыгаем на батуте. Это будет весело. И... А не маленький батут, Крош? А есть больше? Нету. Ладно, давай, прыгаем по очереди все. Все устали и все хотят это, где-то отдохнуть, сесть на диванчик, да? Посмотри, все прыгают. Ну, нормально, слушай. Скоро уже утро будет, да? Они тусили всю ночь. О, пошлите в лунопарк, оторвемся нормально, да, пошли! Крош? Пошли! Идем в лунопарк. Пошли. Я спать хочу. Это кто, ты или я в реальности. Кристи? Я а ты в реальности спать хочешь? Да. Ну, уже очень поздно, мы это снимаем на ночь. Ну, чтобы как бы позитивчика, как бы приятного каких-то ой, моментов на ночь было. Ой, я еще и домашку не сделала. А завтра ладно. В школу. Ой, и завтра давай в сейчас суббота. Тусить, а потом уже домашку сделаем. Итак, так, прыгай на скейт. Так, какой первый аттракцион у нас? Сейчас. Я всех выложу. Бум-бум. Так. Все. Так. Давайте вытянем игрушки для наших сестер. Давайте. Так. Я первая. Я ага. Хочу... Я хочу звездочку. Звездочка. Есть. Отлично. Это в токобоке вы получаете что-то, а в реальности редко, когда с автомата мягкую игрушку, да, Крош? Так, давай акулу. Вот. Это кто получает? Крис. Крис получает. Именинница выиграла игрушку. А вот это что за аттракцион рядышком? Вот, вот этот вот. Он ничего не выиграл. Ничего, ничего, бывает так дальше. Что это за аттракцион? Она тоже ничего не выиграла. С левой стороны, Крош, что это такое? О! Прыгаем, все прыгаем в ракушки. Пока не сложим. Да? Ага. А вдвоем можно сесть? Нет, нельзя. Нельзя же. По одному и запускай, на максимум, давай. Да, это скучно для деток. Давай их раскочегарь нормально. Чтоб все свеженькие были. Давай, Крош. О, понеслась. Давай еще один аттракцион, а то ему уже плохо стало. Смотри, как сейчас стошнит всех. Фой, фу, все, ладно, давай, заканчивай это все дело. Мне их жалко стало. О, 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 все пошли в туалет. За кадром. За кадром. Но обычно за кадром так за кадром, а ты это все в кадре. Ну, ничего. Ничего, мы зато как бы поняли, что перегибать палку нигде нельзя. И последний аттракцион. Это куда мы уже? Все? Последний аттракцион. Аттракциончик, а что тут? Итак. Синяя соль у нас. Синяя соль, синяя соль, синяя соль мне нужна. Синяя соль мне нужна. Ты посолила детей, что ли? Да, я солю голову. Прикольно. Ну посоли тогда и продавца. Так. Угу. Я лучше и кетчупа. О! У нее волосы в кетчупе. Тебя все съели по карточке фри там. Все съели по худогу там. Да, пап? Ага. Круто. Так, и пошли гулять. Так, Крошечка, что там, садимся на... Нет, по центрофугу какая-то, а подъемник какой-то. О, сейчас как... Ну, медленно, да? А можно, чтобы быстро спустилось так жестко? О! Смотрите, вот это жестко, да? Вот это реально жестко. О, всем поплохело, однозначно.
Хорош. Я думаю, надо закругляться, потому что вот я слышу уже по телефону, родители беспокоятся и спрашивают, как там детки их. А их детки вон сейчас отрывать будут. Так что давай, короче, домой. Да. Домой закругляемся. И, в принципе, что, чайка попьем еще и будем расходиться. Да, обычно так все происходит. Давай, дай попить что-то. Им точно захотелось какой-то вкусный. Так они может, только колы. Что пили, папа. Они только что пили. Ну и что? Давай еще по одному кусочку тортика. Тебе же жалко, что ли, для деток? А? Тебе пришли для гостей. Уж надо пришли, пригласила, так надо делиться как бы. Так что вот так вот, давай. Так. Ага. Идем пить воду из крана. Пошли. Вкусно. Вкусняшка, да? Все. И смотрите, все гости ушли, да, типа?